В день открытых дверей учеников 9, 10 и 11 классов появилась уникальная возможность пройтись по зданию МВД и даже заглянуть в некоторые кабинеты. Старшеклассников пригласили в ТИР и продемонстрировали специальные упражнения для сотрудников полиции. Первая мишень – это второе упражнение. Мы стреляем с 20 метров, это вот где вот освещение там начинается, вот оттуда издалека, стреляем на очки. Далее школьники посетили дежурную часть. Сотрудники полиции показали, как с помощью нескольких десятков видеокамер можно в режиме реального времени следить за ситуацией на дорогах и улицах, а также управлять нарядами полиции для решения оперативных задач. Побывали в изоляторе временного содержания подозреваемых и подследственных. А в завершении экскурсии гости познакомились с кинологами, которые продемонстрировали возможности своих питомцев, а именно способы задержания правонарушителей с использованием служебной собаки и умение четвероногих друзей обнаруживать взрывчатые и наркосодержащие вещества. Почему сейчас проводим не открытые двери? Для того, чтобы ребята понимали, видели, осознавали, а также ЕГЭ. На каждый факультет свои определенные ЕГЭ, чтобы успеть записаться на ЕГЭ. Полковник внутренней службы Сергей Лысенков рассказал о специфике и нюансах службы в органах внутренних дел. А представители ведущих служб и подразделений полиции привозили примеры из практики. Диалог получился интересный. Ребята задавали вопросы о крупных преступлениях, об особенностях раскрытия того или иного дела. Перед старшеклассниками выступил курсант Московского университета МВД имени Владимира Кикося, младший лейтенант полиции Игорь Макаров. Он рассказал, как увлекательно обучение в этом вузе и какие перспективы открываются после его окончания, а также о существенных льготах и правах студентов данного учебного заведения. Мне очень понравилось, и в будущем я буду поступать в этот университет. Большой интерес у школьников вызвала демонстрация специальных средств, предметов экипировки и снаряжения, находящихся на вооружении полиции, и особенно боевого оружия. Ребятам была предоставлена возможность не только рассмотреть, но и подержать в руках пистолет Макарова, снайперскую винтовку и автомат Калашникова. А как здесь оружие в руках? Прикольно. Чувствуется, как будто я в полиции работаю. Очень страшно, что я кому-нибудь стрельну. Сегодня было очень интересно. Я узнал много всего о наших правоохранительных органах. Узнал, какое оружие бывает, как работает кинологическая служба. И, в общем, много всего нового. В завершении встречи ребята отметили, что такой прямой диалог с сотрудниками полиции позволил по-новому взглянуть на нелегкую и очень важную профессию полицейский. А многие выразили свое желание служить в органах внутренних дел. Наталья Буслаева, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.